«Олимпийские надежды» – так называется турнир по спортивной гимнастике, который прошел в Гродно на минувшей неделе. Соревнования проходили на протяжении 3 дней и были посвящены памяти заслуженного тренера СССР Ринальда Кныша. Кныш – основоположник и гродненской, и белорусской гимнастики. Это он первый начал развитие гимнастики у нас в Белоруссии. И за ним пошли потом и Викентий Дмитриев из Витебска, и Виктор Хомутов, и многие другие тренеры. Ринальд Кныш воспитал многократных олимпийских чемпионов и стал автором около 30 элементов спортивной гимнастики. Участие в турнире, посвященном памяти заслуженного тренера, принимали девочки из разных городов Беларуси. Гродно, Минска, Витебска и не только. Всего более 50 человек. Это гимнастки 2005 года рождения и младше. Девочки будут соревноваться в 4 видах. Прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Я думаю, что данный турнир все-таки будет приносить радость не только детям, но и их тренерам, которые будут достигать каких-то успехов. И пусть данный турнир послужит стартовой ступенькой к Олимпу этих юных дарований и их тренеров. Турнир, посвященный памяти Ринальда Кныша, прошел в Гродно впервые. Он не являлся отборочным для прохождения дальнейших этапов, но позволил юным гимнасткам увидеть уровень конкуренции.